Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня на нашем тестовом аккаунте, и я сегодня запишу вам видосик, расскажу, потому что многие ребята спрашивают, как участвовать, когда конкурс, где конкурс, что делать. Конкурсы на канале есть, конкурс на такой же вот аккаунт, как этот, полностью донатный, со всеми героями. Это десяточка, это отдельный конкурс, который будет 31 сентября. До него будет отдельный видос, что надо сделать, сколько чего, что, где и как, и будет время на это. Помимо этого, у меня есть еженедельные конкурсы, в которых я разыгрываю Огника. Я посидел, подумал, ну реально, количество желающих Огника. Есть ребята, у которых Огник есть, и они, по сути, занимают место, ну, без донатов, так как этот конкурс еженеделька изначально был создан для бездонов, поэтому я решил, все-таки будут награждаться те, у кого действительно нету Огника. Некоторые ребята уже по 2-3 раза выиграли, некоторые имеют Огника, и они просят там другие плюхи. Но в принципе, я думаю, будет справедливо, что все-таки халява и конкурс должен быть для бездонатов больше, чем для донатов. Поэтому, если у вас нету на аккаунте Огника, этот конкурс именно для вас. Что надо делать? У меня есть, в принципе, если вы уже смотрите этот видос, канал, на котором публикуется видео. Еженеделька проходит каждую неделю, то есть разыгрывается, выбирается один победитель среди видосов за неделю просмотренных, то есть, соответственно, чем больше у вас видосов, тем больше у вас шансов на то, чтобы выиграть в конкурсе. Что для этого надо? Как минимум должно у вас быть 15 видео, так как я каждый день снимаю 5-6-7 видео, то есть это не проблема. Минимум 15 видосов за эту неделю. Подписка на канал, она должна быть у вас открыта. Многие ребята не делают этого и пролетают просто. Ну, тут ничего не сделаешь. Так, давайте я хочу еще на аккаунте немножко поролить. Здесь не хватает фоба. Нам надо вытащить фобу. То есть у вас должна быть открыта подписка. Должен быть открыт плейлист с видосами, которые вам понравились. То есть смотрите видос, поставили лайк, красавчики, и сделали репост. Это основное. Насчет видоса, и оно, если вы правильно, ничего себе землеройка, если вы правильно откроете и сделаете все, в принципе, уже пол победы. Заходите в настройки своего канала, именно настройки канала, выбираете четвертый, по-моему, пункт, там где конфиденциальность, и выбираете пункты, убираете галочки с пунктов, там где плейлисты, которые, то есть видосы, которые понравились, и мои подписки. То есть вы должны быть подписаны на канал, ну и, конечно, у вас должен быть этот видос. Плюс 15 как минимум репостов. Чем больше у вас их, тем больше у вас шансы. Меньше шансы. В общем, вот так вот. И потом в конце недели, я там понедельник, вторник, выбираю победителя и, соответственно, его награждаю. Вот, относительно того, что надо писать в комменте, потому что многие пишут, как обычно, какую-то хрень, попадает в спам. Не спамьте, то есть у вас есть день, там зашли, 2 минуты потратили, сделали все, что надо, и все будет good, потому что многих YouTube блочит, а многих я со спама вытаскиваю, реально по 200, по 300 человек. Точнее, комментов там просто бывает за пару часов попадает. В комменте вы должны написать, можете не кидать под всеми комментами чисто там айдишку свою, можете написать там разными словами, там добавили что-то, написали что-то, потому что YouTube это смотрит как спам, если вы будете в одно время, что-то укротители дофига падают, делать все то же, то YouTube вас просто заблочит. Поэтому не надо халявить.
Делайте все умеренно, и все будет good. Вы должны в комментах написать свою идишку, как мне с вами связаться и куда вы делали репосты. То есть социальные сети на сегодня, их дофига. Заходите на видео, и делает, там есть вкладочка, сейчас я вам даже как скажу как. Поделиться. Нажимаете поделиться, вот там контакт, одноклассники, твиттер, фейсбук, блогер, там и куча всего. Это все доступно. Делитесь, это считается репостом. Некоторые ребята говорили, мы тебе будем в телегу репостить. Зачем мне репостить мои видосы, мне же в телегу. То есть есть куча сетей, относительно многих бомбит, что типа фейковые аккаунты. Я сам, например, ВКонтакте до недавно не сидел там особо. И у меня там было 50-60 подписчиков, сейчас у меня там 5500. Я тоже ВКонтакте особо не сижу, так как я с Украины. И у нас как бы, ну, через VPN вечно гемор туда заходить. Что-то нам прям не судьба, походу, его выловить. А, вот, и поэтому некоторые просто чисто из-за принципа не сидят. Это ваше личное дело, есть другие соцсети, Facebook, ну, короче, куча всего другого. Так, одни паладины падают. Вот, то есть делаете репосты, и все будет good. В принципе, ничего сложного. Я вам уже рассказал. Если вы не знаете, как, зайдите, плейлист посмотрите с конкурсами. Там частично есть видео по условиям. Я рассказываю, как. Либо посмотрите там, где розыгрыш, там, где я определяю победителя. Я показываю, что должно быть, как должно быть. То есть ничего сложного. Но опять же, многие все равно не смотрят. И они думают, что халява просто так пройдет. Написал там один коммент, а потом на следующий, я читаю комменты под следующими видосами, пишет, это развод, это нереально. Ну, конечно, если ты один видос поставил и поставил с надеждой, что тебе именно повезет под этим видео, когда еще участвует пару тысяч человек, ну, наверное, ты считаешь, что ты счастливчик. Вот, поэтому все зависит только от вашей, не знаю, ловкости, удачи, называйте как это хотите, но истинные фанаты, некоторые ребята по пару раз, блядь, падают легенды все-таки. Да ты чё? А где мой недостающий один герой? Некоторые ребята уже по несколько раз выигрывали, то есть это не есть проблема. Участвуют просто жесть, ребят, просто жесткий роллинг. Но то, что нам надо, не падает. И выигрывали каким-то образом, странно. И все good, все нормально. Поэтому все зависит только от вас. Халявы не будет, и я не люблю халяву, когда там пацанчик залетел на один видос, написал, и уже думает, что вот все, он выиграет, и именно так должно быть. Только истинные фанаты, подписчики получают плюхи. Вот, насчет десяточки, насчет топового аккаунта, я еще думаю над условиями, как это сделать, потому что я не хочу такой аккаунт отдавать просто кому попало, особенно как многие бомбят школьнику, который просто зашел, тупо оставил один коммент и ему повезло. Вот, поэтому насчет этого, сколько у нас там было, 80к мы переролили, офигеть. Просто жесть. И ничего нам толком с того, что нам надо, не упало. Вот. Поэтому я не хочу чисто так, знаете, отдавать аккаунт, чтобы его потом продали, перепродали. Не знаю, что с ним сделали. Слили, это даже лучший вариант. Потому что аккаунт действительно хороший, топовый. Вот. Поэтому пересмотрите. Кому что непонятно, пишите комменты. Я вам отвечу, что вы не понимаете. 57-59, ну, видите, все равно маловато. Но в среднем получается где-то 4 к 1. Неплохо, неплохо. Такс, вот, поэтому такие вот условия. Нравится, играете, не нравится, не играете, вас никто не заставляет. Это чисто халява для тех, кто не может себе позволить огника. Возможно, попозже буду зефира, но, как вы знаете, на русском сервере даже того же самого огника дождаться нереально просто. Просто нереально. Плюс упало количество, ну, людей, которые смотрят. Я понимаю, что эти конкурсы, ну, просто бессмысленны.
Вот, поэтому я буду постепенно переходить на другие игры. Я уже так играю другие игры. Тот же самый Brawl Stars. CSGO сейчас начал играть, трешевать, учиться. Ну, в общем, как всегда, то есть надо развиваться дальше и не останавливаться на том, что есть. Надеемся на то, что у нас следующая обнова принесет нам какие-то интересные нововведения. Может, они реанимируют игру. Народ, ну, хотя, думаю, вряд ли народ вернется. Кто уже забросил, тот забросил, но играть по-любому люди будут. В общем, вот так вот. Кому что непонятно, пишите комменты. 80 000 мы сролили и нифига не получили. Всем удачи, всем пока.